Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Hustle Castle. Поехали! Так, ну что у нас здесь с вами? Накопилось деньги. Это понятное дело. Так, отодвинем камеру. Так, яблочки, это хорошо. Так, подвеска все еще делается, да? Так, бревна забираем. Ну и вроде бы как все. Спасибо, ребята, за подарки. Я их забираю. Отлично, все. Ну, отправить не могу, потому что уже отправлял. И открываем сундуки и смотрим, что здесь у нас выпадет. Ресурсы, яблочки, все хорошо. Поехали далее. Здесь то же самое. Ладно. Перебьемся, как говорится, без подарков. Хотя я очень хотел бы, но... Но, ребята, вы жадненькие у меня, поэтому вы отправляете только ресурсы. Ну ладно, спасибо и на этом. Отлично, все. Так, моя компашка там готова, ждет меня для очередного, естественно, боя. Так, все, больше ничего сделать мы не можем. Так что пора нам с вами, наверное, ребята, отправляться. Отправляться в путь-дорожку. Как говорится, бомбить. У нас, по-моему, орков нету на карте, я, если честно говоря, не помню. Но сейчас мы это с вами посмотрим. Да, орков нет, к сожалению. Очень жаль, печально. Придется нам проходить с вами основную сюжетную линию. Так, давайте глянем. Мы с вами остановились в сердце зимы. Так, дополнительный урон, да? Ага, убивает магов. Вот, ребята, в этом-то вся как раз и загвоздка, что он убивает всех моих магов. А у меня как раз здесь маги. Да, придется их, естественно, переодевать. Ну что же, оружие у нас есть, броники у нас есть. Главное все сделать так, чтобы было нормуль, и мы смогли сразу пройти с первой попытки. Давайте вот этот, наверное, броник наденем. Так, отлично. Так, ты у меня будешь, знаешь, с булавой с этой бегать, да? Давайте теперь колечко. Какой бы... А зачем, в принципе, мы будем ему менять кольцо? У него стоит на крит, по идее, да? Да. Так что давайте начнем лучше вот с этого мага. Так, какая тебе бронька здесь подойдет? Ну-ка. Нет, 62 уровень нужен. Давайте вот эту тогда и... И оружие. Естественно, надо оружие. Не подходит. Жаль, ножи, конечно, были бы хороши. Но зато топорик ему самое то. И теперь кольца. Так. Отлично. И... Так, у нас что? Так, сила магии мне не нужна. Эта броня не нужна мне. Уворот. Не знаю пока. Так, урон. Давайте, наверное, вот так мы сделаем, да? Нет, хотя уворот лучше будет. Потому что... Чтобы по нам, как говорится, меньше попадали. Ну, а здесь Любомир наш. Да, надо его тоже одевать. Блин, жалко, что он 55 уровня, ребят. Надо, чтобы у меня все были 60-го. Не меньше, ребята, не менее. Только тогда у нас будет успех и будут продвигаться какие-то дела. Что ж, теперь давайте кольца ему найдем. У меня с ними, конечно, полная засада, если честно. Так, уворот. Ну и здоровье, да? Поставить. 1952, крит. Нет, лучше мы это кольцо оставим. Так, давайте их немножко отвлечем. Ага, у меня еще один маг остался в компашке, как вы видите, это девушка. Сейчас мы ее, наверное, быренько и заменим. Только вот на кого? Может быть, сделать лучника? Хотя там было написано: лучники — любимая мишень для некроманта. То есть он будет постоянно в него бомбить. Так получается, да? Ладно, возвращаемся, ребята, на место. Ну, а теперь давай, родная, тебя приукрасим. У тебя 57 уровень. Надо тебе найти броньку обязательно. О, как раз для нее. И оружие подходящего калибра. Так, арбалетик. Нет, этот будет похуже. Хотя нет, это будет даже получше, ребята. По статам у него покруче. Так, ну кольцо на магию нам не нужно. Точнее, не кольцо по магию, а амулет. Так. И амулетик, естественно, меняем на здоровье. Все, я надеюсь, на этом наш
так сказать, апгрейд закончен. Сейчас оно у меня подхилится, и мы пойдем пытаться победить техник-романтов. Там еще голем, вы не забывайте, которого нужно пробить, естественно. Так. Ну, а здесь пока у нас все. Мы ничего не можем собрать, забрать и так далее. Так, ну, совсем немножечко подождем сейчас и пойдем. Хотя, если честно говоря, я не особо уверен, что у меня что-то получится. Потому что у меня нету магии, а без магии я что могу сделать? Абсолютно ничего. Поехали! Так, подождите, что там? У кого здоровье? Светланы. Так, нет, ребята, магия у меня успела накопиться за этот период времени, что меня не было. Так, а вот сделать я уже, ребята, ничего не смогу. Все, кончилась у меня манна. Печалька, конечно же. Пробуем, в общем. Так, понеслась. Ой, ребята, как у нас плохо идут дела. Вы посмотрите, эти лучники просто дают джазу. Я имею в виду лучники врага. Да упади ты уже, големище, а, пустоголовая. Ух, елки ты, палки, они... Слушайте, я не знаю, как тут побеждать, если честно. Вы посмотрите, просто разобрали. Это я пока этого голема колупал, они всех положили. И это вообще никуда не годится, ни в какие ворота. Ну что же, сделать я пока здесь ничего не смогу, ребята. Давайте мы с вами сделаем попроще. Как обычно, немножечко отдохнем. И встретимся буквально через секунду. Там уже хотя бы у нас что-нибудь, наверное, накопится. Всем привет, дорогие мои. Ну что, отдохнули, продолжаем. Я тут поражение получил. Слил немножко, как вы видели, рейта, и это хорошо. Да подожди, ты что-то делаешь? Не то мне надо. Так, ладно, у меня бойцы получают 58 уровень и еще раз 58. Ну что же, два бойца идут нога в ногу, это очень даже хорошо. Яблоки собираем. Так, деньги. Ох ты, подвеска готова, ребят. А, нет, кольцо у меня сделалось. У ворот 1085. Слушайте, довольно неплохо, но манны у меня нету. Меня это расстраивает, если честно. Что я тут без манны буду делать? Соответственно, магии заказать я себе не смогу новой. Два прогресса у меня сделано. Давайте заберем сундуки и посмотрим, что там из них выпадет. Да, как-то нежданчик, ребята. И я не знаю, наверное, пойдем с вами опять на сюжетку. Так, костюм на алхимика у меня выпал. А здесь что? А здесь выпал топорик. Ага, на 60... адский мясник на 60 уровень. Обычный, правда, но все-таки это хорошо, с одной стороны. Так, что у нас тут дальше идет? Ай, в сердце зимы, елки-палки, а? Так, ладно. Вот этот вот некромант, ребята, меня очень сильно раздражает, а? Он убивает магов и любит стрелков. Соответственно, блин, без магии мы здесь ничего не сможем сделать. Если мой боец упадет, его никто не отхилит, никто не воскресит. Ёлки ты палки. Даже я не знаю, даже что тут можно придумать, а. Слушайте, а этот топорик-то послабже будет. Послабже, так что даже не прокатит этот вариант. А здесь? Да. Он на 60 уровень, так что вообще не налезет. А эти финки на 64-й, значит, у нас, да? Так, крит, уворот. Может быть, на уворот ставить? Я не знаю, ребята. Как быть-то? Тут урон. Тут уворот. Давайте так попробуем. Я уже, как говорится, от безысходности просто вставлю всю зеленку. Чтобы хотя бы так было мощей побольше. Ну, а здесь... Так, слушайте, а топорик, который у меня там есть, он лучше этой булавы? Нет, он похуже. Плохо. А зато вот эти вот ножи намного лучше, ребята. Давайте тогда мы сделаем так. Арбалет, нет. Не будем мы ставить арбалет. А здесь у нас... Давайте, наверное... Поменяем вот этот, поставим, попробуем. Да, конечно, в увороте мы теряем, но по остальным параметрам вроде бы как в плюсе идем. Так, отлично, уворот здесь это. Ну что, я даже не знаю, наверное,
Больше мы ничего здесь не сможем с вами поменять или как-то улучшить. Это будет у меня очередная моя попытка забомбить этого голема и тех некромантов. Так, а где у меня костюмчик? На 22 уровень, естественно, слишком велик, чтобы я мог его поставить. Эх, ну что же, была не была, да, ребята? Поехали, еще у нас очередная попытка. Е-мое. Магию забираем. Слушайте, мне надо было здесь, знаете, что делать? Я, в принципе, догадываюсь. Наверное, хилящий луч. Зеленый луч, который отхиливает моих персонажей. Может быть, тогда бы у меня и удалось все. Смотрим, что у нас тут получается. Опять же, я трачу всю магию. Так, я поставил броню, чтобы хоть как-то противостоять ударам. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, ребята, может быть, все получится. Голем, падай уже, ты достал, в самом деле. Нет, нет, ребята, ничего не получается. У меня всего один живой боец, и тоже упал. И лучника, естественно, тоже они расстреливают. Ну, засранцы, а? Как они так умудряются? Вроде по мощам слабые. Ну что ж, тогда мы делаем как обычно. Немножечко отдыхаем и встретимся с вами уже в следующей серии и продолжим. Может быть, там что-то получится. Всем привет, дорогие. Ну что, немножко отдохнули. Давайте продолжать с вами проходить игру Hustle Castle. Бойцы получили 59 уровни. Забираем деньги, это понятно все. Так, яблоки. У нас яблок уже, ребята, под завязку. Просто полностью накоплено. Так, плотники тут растут. Сталь идет. Бревны прут. Так, отлично, да? Так, подожди, я этого не хотел делать. У нас еще, ребята, прогресс сделался. Давайте заберем сундук. Шикарно. Орков, ребята, здесь не будет. Я слишком поздно встал. Точнее, я их просто-напросто проспал. Но выпадает мне сфера. Отлично. Спасибо за подарки. Сейчас мы их получим. Так, я могу отправить вам? Да, могу. Так, Тазгену. Как обычно, с первого раза у меня ничего не получается. Мы переиграем. А нет, получилось все. Даже очень хорошо. Хм, нежданчик, ребята. Так, Виталик получает подарок. Дальше кто у нас здесь? Макс Максимов тоже получает. Дальше у нас Тимур Махиев. Как говорится, ему подарок. Симит Симит, я не знаю, почему он так себя назвал. Так, тут вообще Константин, скорее всего, да? Так, Евгений Фарафонов. Следующим у нас идет Сергей Сергеев. И последним у нас будет Александр Овчинников. Все, ребят, вас поздравляю с подарками. Соответственно, вам тоже спасибо. Я сейчас забираю свой подарочек. Отличненько все. Так. И давайте открывать, смотреть, что у нас здесь будет. Спасибо, ребята, за ресурсы. Вы, как всегда, щедры на подарки. Ничего тут не скажешь. Так, отлично. Жалко, конечно, что яблоки у меня не копятся. Это очень плохо. Ну что же, у нас здесь много врагов. Единственная локация, которую я не могу пройти в ледяных этих мирах. Ну как, единственная, на данный момент я имею в виду. И мы еще разок сегодня попробуем, получится у меня это или нет. И будем, наверное, фармить игроков, хотя не знаю пока для чего. Ну, что-то нам нужно с вами приобретать. Какое-нибудь здание или апать его, точнее улучшать. Так, ну пока ничего хорошего здесь не выпадает. Ну как ничего хорошего? Ресурсы только, я имею в виду, ничего хорошего из шмоток и из оружия. Так, отлично. Ресурсики копятся потихоньку, так что все хорошо. Так, давай забирать. Последних два сундука у нас здесь осталось. Отлично. Ну, а красный, как обычно, меня будет радовать только одними ресурсами. Да, немножко их, конечно, побольше он дает, но все-таки ничего такого больше не выкинет. Так, яблок у нас полный завяз, так что смысла их собирать уже нету. Ну, хотя бы бревна. Около миллиона у нас досок. Это хорошо. Так, ну что, вроде бы как и все. Здесь мы больше ничего сделать не можем. Да, абсолютно ничего. Отправляемся на карту. Ах, в сердце зимы, ё-моё, а? Ну, не могу, прям
раздражает. Что у нас по магии? Ой, как у меня здесь все скудненько, ребята. Броня и два метеорита. А манны у меня, как видите, 3500 всего. Да, грустняк полнейший. Но, как я вижу, у меня один строитель уже свободен. То есть я могу что-то сделать, так? Так. А что делать, когда мало денег? Абсолютно ничего, просто воевать. Ну, а точнее фармить, чтобы как-то набить наш кошелек. Не знаю, такая формация меня, в принципе, не особо устраивает. Вы помните, мы проиграли в прошлый раз этой командой. Но... Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Hustle Castle. Поехали! Так, ну что у нас здесь с вами? Накопилось деньги. Это понятное дело. Так, отодвинем камеру. Так, яблочки, это хорошо. Так, подвеска все еще делается, да? Так, бревна забираем. Ну и вроде бы как все. Спасибо, ребята, за подарки. Я их забираю. Отлично, все. Ну, отправить не могу, потому что уже отправлял. И открываем сундуки и смотрим, что здесь у нас выпадет. Ресурсы, яблочки, все хорошо. Поехали далее. Здесь то же самое. Ладно. Перебьемся, как говорится, без подарков. Хотя я очень хотел бы, но, ребята, вы жадненькие у меня, поэтому вы отправляете только ресурсы. Ну ладно, спасибо и на этом. Отлично, все. Так, моя компашка там готова, ждет меня для очередного, естественно, боя. Так, все, больше ничего сделать мы не можем, так что пора нам с вами, наверное, ребята, отправляться. Отправляться в путь-дорожку. Как говорится, бомбить. У нас, по-моему, орков нет. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Hustle Castle. Поехали! Так, ну что у нас здесь с вами? Накопилось деньги. Это понятное дело. Так, отодвинем камеру. Так, яблочки, это хорошо. Так, подвеска все еще делается, да? Так, бревна забираем. Ну и вроде бы как все. Спасибо, ребята, за подарки. Я их забираю. Отлично, все. Ну, отправить не могу, потому что уже отправлял. И открываем сундуки и смотрим, что здесь у нас выпадет. Ресурсы, яблочки, все хорошо. Поехали далее. Здесь то же самое. Ладно. Перебьемся, как говорится, без подарков. Хотя я очень хотел бы, но... Но, ребята, вы жадненькие у меня, поэтому вы отправляете только ресурсы. Ну ладно, спасибо и на этом. Отлично, все. Так, моя компашка там готова, ждет меня для очередного, естественно, боя. Так, все, больше ничего сделать мы не можем, так что пора нам с вами, наверное, ребята, отправляться. Отправляться в путь-дорожку. Как говорится, бомбить. У нас, по-моему, орков нету на карте, я, если честно говоря, не помню. Но сейчас мы это с вами посмотрим. Да, орков нет, к сожалению. Очень жаль, печально. Придется нам проходить с вами основную сюжетную линию. Так, давайте глянем. Мы с вами остановились в сердце зимы.